Здравствуйте, уважаемые друзья! Сегодня у нас на обзоре пихта кавказская Нормана, трехлетняя. И вот такие саженцы идут. По размеру они почти, там написано, по-моему, 15 сантиметров. Но на самом деле они до 20 сантиметров тут. Такие саженцы будут отправляться. Вот они уже имеют довольно хорошие почки, из которых пойдет побеги вот 4 почки. И из 4 почек пойдут 4 побега на следующий год. Это уже у вас. Те, кто будет заказывать, добро пожаловать на наш сайт. Там сейчас идет прием предварительных заказов. Опять же, подписывайтесь на наши соцсети, чтобы не потеряться. Мало ли что с Ютубом будет. Так, в принципе, пихта кавказская, Нормана. По описанию она, конечно же, вы, если описание возьмете, будете читать, то там написано, что она не сильно морозостойкая, но на самом деле она у меня выдерживала до 35, я точно знаю, что она выдерживала. И вырастить можно ее, желательно, конечно, южные регионы, но вырастить можно и в европейской части, и до Урала. Ну и в Сибири, в принципе, не проблема вырастить. Главное, чтобы она прижилась, а потом она не вымерзнет, поймите. А если она приживется год у вас, то потом она будет. Растет она, я бы не сказал, что быстро. Вот если при пересадке она даст там 10 сантиметров. Потом, когда приживается, она может дать побег и до 25-30 сантиметров. То есть вот такая вот пихточка. 16, видите, сантиметров. Естественно, мы будем посылать вам отборную. Мелкую не будем посылать. У нас ее в районе 2000. Что сказать можно о дереве? Прекрасное дерево, очень красивое, очень такое декоративное. Как искусственное. Да, она смотрится как искусственное, очень красивое дерево. Здесь чуть побольше стоят, к примеру, их не побег годовой, видите, маленький какой. Она у нас идет самовывозом, сразу говорю. То есть это только приехать сюда и купить. На сайте тоже она есть, обзор можно сделать. По сантиметрам она 30 сантиметров. Там так и написано, в принципе, по-моему. У некоторых есть побеги и побольше, но сейчас мы поговорим о трехлетке. Трехлетка довольно устойчивая. Сразу сажайте ее, желательно в притенении ее. И очень любит тень. Первые года особенно. Потом можете пересадить, на солнце. Но опять же притенить первый год. То есть, если на постоянное место роста садить, то обязательно притенять. Обязательно полив. Полив каждый день. Воду любит, за милый мой. Пожалуйста, поливайте. Поливайте ее очень хорошо. Но в Сибири тут тоже она приживается. Это не проблема. Хоть в описании там и написано, что она не морозостойкая, но я проверенно, у нас стоял мороз где-то 35-37. Она выдержала у меня. И сейчас растет. Здесь же я ее пересадку снимал. Видео, если можно видеть, там на моем канале можете найти, посмотреть. Это одно. Второе. Растет она очень высоким деревом. Поверьте мне, у вас оно будет 3 метра через лет, так это 30. Очень красиво, декоративно, искусственное, да. Главное, чтобы вы, как заказываете, знали, что вы можете с ней справиться. Thank you.
Ее опять же можно формировать, не проблема, как бы формируйте. Ну, опять, когда она вырастет, сейчас пока что до, не думаю, метров двух ее трогать вообще нельзя. Не надо, нежелательно. А так формируйте. Ну, у нас она идет с открытой корневой системой. Вы можете заказать ее как транспортной компании с ДЭК, так и приехать самовывозом купить. Ну, самовывозом у нас от одной штучки. Ну, транспортной компании там минимальная партия стоит. Так что, когда будете делать заказ, учитывайте минимальную партию. Идет она пучками, упаковываем в гидрогель, торф, то есть грунт, все это доходит, по 12 дней идет, нормально себя чувствует. Ну, конечно, рисковать, если вы в северных районах и у вас не так много времени ухаживать за ней, то я бы не стал ее брать. А так, а южные, ну, посадили, поливайте и поливайте. Ну вот, 18-20 сантиметров, прекрасный саженец. Ствол уже довольно хороший. Можете видеть. Ну, мы выбираем, естественно, ровненькие. Ну, здесь ее много, около, я говорю, около 2000, поэтому... Нет, какая продастся, продастся. Нет, мы пересадим, на следующий год будет... У нас четырехлетка как бы. Ну, на этом, уважаемые друзья, все. Вы были на канале Питомник Хвойный Дворик. С вами был Евгений Филимонов. Всего доброго и удачи!